Всем привет, дорогие друзья, с вами Драгин, и сегодня, наконец-таки, Trackers of Europe 3. И, друзья, давненько не было новых роликов по этой игре, и, собственно говоря, вот, наконец-таки, настал тот момент, когда мы можем посмотреть, вы можете насладиться новым роликом. И, собственно говоря, ребят, я продолжаю копить на обновление, да, я думаю, все прекрасно знают, что совсем скоро должно выйти новое обновление с трафиком, с новыми грузовиками, это старые Скании. И, собственно говоря, Сканию охота старенькую, конечно, было бы купить. Довольно-таки прикольная. Вот, но чтобы купить, нужны деньги, правильно? Правильно. Поэтому сегодня мы с вами поедем куда-нибудь. Сейчас возьмем получить работу. Да, ребят, всем приятного аппетита, кто кушает, и приятного просмотра. Поедем сегодня куда-нибудь, находимся мы в Мюнхене, едем на Вольво. Так, можно, в принципе, увезти автогрейдер, но за него мы получим всего лишь 2000. Мы можем увезти машину в карьер. Крановый грузовик, нифига. Ну, кстати говоря, можно его, в принципе, в Цюрих увезти. В целом так-то прикольно. Лекарство. Штутгарт. Горючее можно в Линц. Ну, кстати говоря, я горючее не припомню, чтоб я возил. Можно тоже. Тоже можно увезти. Фруктовый сок в Нюрнберг. Ну, кстати говоря, чисто как вариант тоже можно отвезти. Так, ну, в целом, да, наверное. О, нифига, тяжелый трактор. Ни хрена. А я, кстати, вот его не возил ни разу. Давайте-ка его, наверное, сейчас отвезем. Тут больше из интересного. Это что? Ну, можно еще трансформатор увезти, да, в Нюрнберг. Кстати, тоже в Нюрнберг. А, понял. Ну, тут, кстати, 6000. Можно его увезти. Угу. Ветровое лезвие. Ну, блин, я в Штутгарт не очень-то и хочу. Ну, блин, ну, хз. То как-то было получше. Гравий, камни. Ага, зачем камни в карьер? У них там своих камней не хватает, что ли, или что? Так, ну, в принципе, давайте повезем трансформатор. Трансформатор. Вот этот вот. Поедем в Нюрнберг. Так. Все, я взял. У нас 11 тысяч. Так, мы выезжаем. Ага. Опа. Давненько на Вольво я не катался. А то все время на Дафи, на Дафи. Так, проезжаем. Угу. Останавливаемся. Я, кстати, немного графику изменил. Сделал чуть-чуть похуже. Я не знаю, просто многие просили, типа, Сань, сделай графику поменьше. Ну, типа, ок. Посмотрим. Могу, в принципе, вернуть и обратно. Ну, это уже на ваше усмотрение. Просто достаточно, ну, такое, большое количество комментариев было. Типа, Саня, понизь графику. Но я решил немножко понизить. Ну, пикселей немножко будет побольше. Так. Аккуратно. Давненько, кстати, не играл в Trackers of Europe. С момента... Тихо, аккуратно. Вот здесь сейчас просто вот прямо руль. Все, прямо руль. И сдаем аккуратненько назад. Что я говорил? С момента последнего ролика, вот когда последний ролик выходил, я именно тогда, последний раз, и, в принципе, заходил в игру. И больше я не заходил, то есть... Вот так вот. Так, выезжаем. Ну, кстати, в Нюрнберг мы давненько не ездили. Мы все время ездили в Штутгарт, Мюнхен, Цюрих. Вот в этом диапазоне мы ездили все время. А вот чтобы куда-то еще, мы в основном-то и не ездили. Я вот не припомню. Так, надо по-быстренькому тут переехать. Поэтому считайте нововведение, новые дороги. Посмотрим оттуда, куда можно будет уехать. Вот. Что хотел еще сказать? В общем-то,
Те, кто, ну, давно были на стриме, они мне-то, ну, знают, да, мне многие советовали поставить на Volvo 6 на 2, 6 на 4. Собственно говоря, друзья, я поставил, прокатился, мне вообще не понравилось. И, короче, я вернул обратно. То, какое у меня было, то есть 8 на 6, по-моему. Вот. Как-то так мне более, то ли привычнее, то ли что, ну, потому что 6 на 4 мне лично не зашло. Типа такое. Учитывая то, что на Volvo я вожу тяжеленькие такие грузы. Вот. В общем-то, ребят, все как обычно, под вашу любимую музыку. Мы двигаемся в Нюрнберг, везем трансформатор, и получается, как приедем, дальше уже продолжим. Друзья, мы подъезжаем в Нюрнберг, и могу сказать то, что очень давно я здесь не был, и, блин, как же выглядит он круто. Так, у нас зеленый, все прекрасно. Я, кстати, тут изменил поле зрения, вот только что, буквально. И напишите, пожалуйста, в комментариях, так лучше или нет. Просто я давно хотел, на самом деле, поменять. Немножко отдалить камеру от руля, потому что как-то слишком близко было. Вот, и наконец-таки это я сделал. Напишите, ребят, в комментариях, так лучше или нет. Как... Мне больше необычно, наверное. Так, мы пропускаем парковку, мы, в принципе, доехали без происшествий. И 6 тысяч к нам капнуло. Очень круто. Давайте, ребят, сейчас посмотрим, что можно взять еще. И да, ребят... Мы возьмем еще один груз, потому что в прошлый раз как-то получилось все очень быстро, там буквально 7 минут, и все закончилось.
охота как-то немножко... Я знаю то, что многие любят подлиннее ролики, поэтому... Так, ну можно, кстати, в Прагу сгонять, но ехать долго. Можно ехать, съездить во Франкфурт, отвезти мрамор. Можно промышленный силос отвезти. Так, Что-то больше интересного-то ничего нету. Ну, туда ехать, во Франкфурт. Ну, хз. Даже не знаю, не знаю. Можно в Мюнхен обратно уехать. В целом. Ну, кроме мрамора здесь, в принципе-то, ничего нету. Ну, да. А, ну, можно еще увезти автомобильные детали. Они, кстати, 3555. Можно экскаватор. Это будет уже 3700. А можно... А, нет, нельзя. Это тоже в Прагу. Так, еще в Прагу 4374. О, наверное, мы... А, это тоже в Прагу, черт возьми. Ну да, 3840, оно как-то... Самое что-то прибыльное. Вот, поэтому... Сейчас заберем его. Я, кстати, мраморные блоки не возил еще. Да это не блоки, по-моему, а эти как они. Блин, я даже хрен знает, что это сейчас. Сейчас посмотрим. Так, аккуратненько сдаем. Так, где у нас там окошечко-то? Так. Эх, с первого раза не получится. Ну да. Так, аккуратненько. Немножко вперед сдадим. Тихо, это уже слишком далеко. Сейчас. Еще. Ну да, вот так где-то. Аккуратно. А, ну это просто мраморные блоки, да. Так, все, мы прицепились. И сейчас мы, получается, уезжаем во Франкфурт. Вон, да. Я надеюсь, правильно назвал. Поправьте, если неправильно. В принципе, буду только доволен. Потому что, если неправильно произношу, ну, поправите. Буду говорить в следующий раз зато правильно. В общем-то, ребят, мы продолжаем. И, получается, доезжаем до Франкфурта. И там уже посмотрим, чего да как. Ну и... Как обычно, ускорялочка под любимую музыку. Погнали! За недельку до второго я уеду в Комарово, поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну, и на море буду разом, кораблем и водолазом, сам себя найду пути, если часом затону.
Собственно говоря, друзья, остался всего лишь поворот, и мы довезем наш мрамор. Собственно говоря, друзья, я думаю, сегодняшняя серия – это первая серия, по-моему, которая была без дождя. Потому что мы, между прочим, ездили сегодня два раза, то есть мы отвозили два раза груз. И получается, за сегодня мы ни разу не увидели дождя. А еще у меня 31 уровень. Это очень круто. 3742. Итого мы, получается, заработали... Сколько? 10 тысяч. 10 тысяч — это довольно-таки очень, я бы сказал, круто. Вот. Итого у нас даже на балансе сейчас 21 тысяч. Ну, нормально. Нормально. Хорошо. В общем-то, ребят, вот такая вот серийка получилась. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, те, кто до сих пор этого не сделали. Пишите крутые комментарии, если до лайка. Ну а на этом все. Всем удачи и всем пока!